За минувшие выходные, по данным республиканской ГИБДД, на дорогах Мордовии произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Утром в субботу на первом километре обход села Ельники в кювете оказалась Нива «Шевроле». За рулем внедорожника находился 61-летний, лишенный права управления автомобилем мужчина. Как отметили в ГИБДД, автолюбитель не справился с управлением и опрокинулся вправо по ходу движения кювет. С различными травмами он был доставлен в районную больницу. Вечером этого же дня в городе Темников 36-летняя автоледи, управляя Kia Rio, совершила наезд на 61-летнюю пенсионерку. Бабушка получила травмы, но выжила. А это кадры ДТП в пасхальное утро в Качкоровском районе. Авария произошла около 8 часов утра 19 апреля на перегоне станции Воеводская. 51-летний водитель ВАЗа 15-й модели, который не имел права управления транспортным средством, нарушил правила проезда через железнодорожный переезд и пытался проскочить его на запрещающий сигнал светофора. В итоге попал под электропоезд грузового состава. Сцепка вошла в салон ВАЗа на уровне головы водителя, но он чудом выжил и сейчас находится в больнице. Туда же доставлялась 40-летняя пассажирка, но от госпитализации она отказалась. В ГИБДД не исключают, что водитель ВАЗа мог быть пьян. Там дожидаются результатов экспертизы. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».